Так, у нас опять обрыв связи. Сейчас подождем, как подключится. Думаю, будет о чем поговорить еще. Да, раз, раз. Звук, пожалуйста, проверьте. Скажи, чем, Сергей? Да. Да. Расскажи, что я еще забыл рассказать. Да, в принципе, многие спрашивают, да, почему-то быстренько, как всем надо сразу, ну, вчера, все отзывы сразу. У нас просто так технически не получится. Вот поэтому Денис тоже говорит, в группе. То есть вы к нам, да, допустим, обратились. Еще в группе, возможно, сделайте пост. Еще там без выкупа мы вам напишем. И как-то в целом картина и вырез будет вырисовываться. То есть мы не можем, то есть, получить, чтобы в этот же день человек написал. Ну, может, и физически не будет возможно. И вообще, ну, все люди разные, человеческий фактор. Так же, как и все, кто просят отзывы, заказывают, так же самое те, кто пишет. Поэтому. Все вот эти, да, которые удаляют отзывы. И будем там как-то, ну, размещать ими в том плане, чтобы выкупали еще что-то. Ну, смотреть по ситуации. Однозначно нельзя сказать. Да не верифай отзывы всегда стоили $5, насколько я помню. То есть, в принципе, тут ничего особо не изменилось. Ну, я еще раз говорю. Цель этого видео – собрать сообщество реально, которым можно просто закидывать товары и получать отзывы. Нет задачи зарабатывать на этом. Это геморройное дело. Я не знаю, ну, есть люди, которые этим занимаются. И удачи им, то есть, пускай занимаются, мы против ничего не имеем. Вот, но просто задача основная – это именно собрать сообщество людей, которые действительно делали бы отзывы. То есть очень было бы удобно, сами представьте, вы приходите в группу, кидаете свой товар, и вам ставят там 100 человек плюсиков. И вы еще понимаете, что они более-менее проверены, и если, не дай бог, они там накосячат, потому что я говорю, Сергей, теперь тогда будем принимать только живых людей. Ну, будем стараться, по крайней мере. То есть не и будем... Вот этого проверять, заходили на профайл, да, но там было, что у него 2-3 друга, понятно. Вот, ну, я сейчас всех принимал, я честно могу сказать, даже не смотрел на это, вот. Ну, теперь будем. Времени не хватает, но все, всех проверять, потому что и там отзывы пишут. Да, тем более опять это все делать, да, чтобы это все делать, надо что-то зарабатывать. Так как стараемся в любом случае зарабатывать на продаже, на все время не хватает, естественно. Вот, а на свободно-добровольном виде даже отзывы. Бесплатный товар получать не хватает. Да, я не знаю, мне бы вот... Почему вы берете... $6 вы же получаете товар. Да, я не получаю ничего, на самом деле. Да. Вот, во-первых. Что товара уже никого, товара не видит. Да, и товар никому не нужен. Если бы... 100 плюсиков. 100 плюсиков. Я 150 плюсов только видел один раз, когда, ну, я не знаю, по факту или нет, написали в этих группах, да, по раздаче. Ноутбук какой-то отдавали за отзыв. Да я и кроссовки найковские видел, тоже неплохо. Ну, как бы не было, много есть, бывает. Когда, ну, вот фотоаппараты, да, китайские, и те фотоаппараты, да, вот я себе притянул тоже по купону, купил. Там сколько вот эти экшн-камеры? Сколько оно там? Ну, 25 плюсов. Да. Это такой товар, который, ну... Экшн-камеры, да, давайте мы. Народ... Нашего брата, то есть понятно. Да. А я не представляю, как. Вот у нас, да, основной товар, вот, который вот мы обрабатываем, это... 10 серый. Вот я тебе могу сказать. Я раздавал огромное количество людей, одни и те же морды там. Вот этих американских. У меня больше, да, 300 групп. Там людей нет. Американцы не знают, что такие группы существуют. А у нас, если сейчас вот 1000 голодных набрать, мы и поболее бы взяли, понимаешь? Но вариантов нет. Я вообще не понимаю, о чем... Блин, да я бы этих 20 спиннеров взял бы и друзьям подарил просто. Ну, вообще, я не понимаю, в чем проблема. В чем проблема? Нажать на телефоне, нажать это там 2 касания, там 2-3 касания, все, нажал, купил, тебе бабки пришли. В чем проблема? Я не понимаю. То есть для меня это загадка. Тот же пионер подцепил, обналичил ее, хоп, деньги вернул ее. Ну вот, то есть лично для меня менталитет мой, я понимаю, я говорю, для меня, то есть менталитет, я не понимаю этого. То есть американцы нас не могут понять, наверное. Ну да, поэтому стараемся, просим. Да, на старте раздавать можно сколько угодно. Ну, понятное дело, мы и делаем по чуть-чуть. Кто-то много хочет сразу, кому-то вообще плевать. Вот какие даты рассказывают, что надо волны. 1-2, 1-2 в день, потом 10 выкупов, потом 1-2, 1-2. Ну, в любом случае, да, одна волна классная, но опять же, должен быть понятный бюджет. То есть, в любом случае, нормально, когда вы раздаете 10% от привоза.
10%, и вы уже смотрите. Я еще раз говорю, почему я по одному, по два раздачи в день мне достаточно? Потому что я очень сильно экономлю. У меня нет Рокфеллеров, там, кого я консультирую, нет лишних денег, нет, соответственно, такого захода там с биржи. Может быть, люди поменяются, постепенно контингент, кстати, меняется. То есть вложение уже, например, там о 2000 разговор нет. Вот Сергей, мы познакомились, он пришел, у него 1000 долларов было. Он говорит, можно или 800, что у тебя, сколько у тебя было денег? Можно запуститься с таких денег. Я сказал, что ну маловероятно. То есть это просто, ну, 1000 можно распрощаться можно. Я и те времена, и сейчас тоже сам скажу. Сейчас люди приходят, ну, 100% у всех 3-5 тысяч долларов есть. Вот это минимум, с кем я вот общаюсь. Конечно, люди разные, я еще раз говорю. Но 3-5-10 тысяч сейчас вот обычный. То есть как раньше 2-3, например, было, то сейчас 5-10. Это как раньше 2-3 было. Вот, что поменяется, люди приходят, инвесторы приходят, совсем разные. Вот, ко мне там есть люди, которые совсем другие деньги вкладывают, но как бы это самое. Такого потока таких людей нет. Вот, так что в любом случае, что-то написали, нужны те, кто недавно в Штатах еще не испортились. Ну да, да любые нужны, на самом деле. Просто нормальные люди. Друзья друзей. Мы... К тебе обратился человек, да, он говорит, я в Канаде. Давайте помогу. Ну, в Канаду, ну, ребята не отправляют. Ну, я найду друзей, говорит, в Штатах им отправлю, или в Украину, там, родственникам. Как-то что-то придумаем, типа, давай, типа, меня имели. Ну, спасибо. 50% со скидкой, Настя, это самое. Там в любом случае, я уже по этому поводу говорил, это опять купон. Я против купонов. При любом раскладе. Я понимаю, что у тебя товар дорогой, я помню. Хорошо. Вот. Но в любом случае, во-первых, ну, блин, ну, тяжело сказать. С дорогими товарами вообще другая история. Вот, с дорогими товарами другая история. Там надо вывозить на другой склад, с левого склада вот этого, не FBA, а IBN, отправлять товары типа товар, и все. Ну, у нас было это... первый раз люди обращались, я их напрямую знакомил с ревьюером, я говорю, общайтесь, говорю, вот этот человек пишет, он типа не обманет. Я их сводил. И они говорили, что он 25 долларов. Вот товар дороже 100 долларов. Ревьюеру говорю, 25 долларов. То есть, я говорю, это его такса. Подходит, я его знакомлю. Не подходит, нет. Он говорит, подходит. Я их знакомлю, и все. Они там уже между собой разбираются. Они там возвраты делают, там еще. Ну, я говорю. Он получает товар. Для меня... Отзыв, фотографирует его. А потом этот товар отправляет на тот адрес, который укажет заказчик. Ну, мне кажется, Серый, в любом случае, оптимальный вариант – это делать два склада, FBA и FBN. Или начинается FBN. Оттуда, типа, отправлять из дома. Вот, я сейчас за что и говорю. Пустышку. Пустышку. Цену, и 5 отзывов Amazon не принял. Вот я тебе за это же говорю, что у нас была такая же ситуация. Нет, я тебе не к этому говорю. Нет, смотри. Я тебе говорю, это понимай, не надо занижать цену. Ты отправляешь, ты по-любому на деньги впираешься. Но ты хотя бы товар не теряешь. И вот это переездом не занимаешься. А фото ты из дома ему можешь выслать, чтобы он их это самое разместил. Так что вот о чем разговор. Это единственная для меня лично логичная схема попасть на фи, но товар не отправлять этому чуваку. То есть товар у вас остается, но это можно сделать только из собственного склада, если вы не через Сбера. Да, да. Ну, то есть вы там уже сами. Вот это единственная схема с дорогим товаром. Еще раз говорю, у каждого человека товара своя история. Вот. И с дорогими товарами все равно это ближе через торговать все-таки это pay-per-click. Потому что это в любом случае дешевле или индусы. Ну, индусы это самое дешевое всегда было. Самое-самое дешевое. Когда индусы за 800 долларов делали нам там в начале там осени, это было круто, потому что конкуренция была низкая. Это тоже оправдывалось. А когда делать начали там 100, то там за 50 долларов уже делали, уже я не знаю там, то опять же супер дешево, какой-то результат они все равно давали. Или с eBay отправлять дешевый товар, другой взамен. Ну, да просто кирпич отправил, просто вес и объем, да, чтобы трек номер был и соответствовал по весу. Да, соответствовал. Супер, спасибо, сейчас есть продажи хорошие из дома. Уже могу спокойно отправлять на eBay. Ну, отлично, видишь, у тебя как все хорошо получается. Так что, что там? В этом разбираешься, у тебя товар таким образом идет. Можно кирпич, да, из дома отправлять теперь? Ну, сначала отзыв натянешь, если это самое тебе... У нас человек, да, вот с Украины, Штаты делали покупку, он, чтобы было все по-честному, чтобы посылка прошла везде. Блин, чай отправлял. Он говорит, ну, такой, не, говорит, чай, по-моему, запретили, ему что-то, конфеты. Ну, тоже что-то такое отправлял с Украины, налетел в Штаты, на адрес нашего ревью.
И когда она получала посылку по этому номеру, все, она через 5 дней писала. Так что ладно, по отзывам, в принципе, все. Группу я что хотел сказать, сказал. Людей приглашаем. Да, и не столько с Амазона, кто живет в Америке. Подключайтесь, мы с удовольствием вас возьмем в нашу команду аферистов. Вот. Ничего такого супер страшного не сделаете. Каких там мега законов, я не знаю, как, конечно, это все происходит. Вот, корпорации нас накалывают вообще на раз-два, ё-моё, и им вообще за это ничего. Просто ничего. Они хотят, что хотят, то делают. Они меняют правила задним числом. Они хотят, меняют фи. Хотят наши аккаунты, банят ни за что. Хотят, не банят. Хотят, я не знаю, у меня там осин слетел, помню, в середине декабря. И пол декабря мне голову морочили. И они мне что, копейку хоть вернули за там FBA, там, за то, что склады? Вот, ничего. И тут чуть-чуть ошиблись. Меня, помню, фи за раздачу разные, ну, за продажу товара было, просто разные. Я даже не знал, когда вот новичком был. Оказывается, говорит, да там, говорят, люди, говорят, пишут эти фи. Не пиши, говорю, в чат, я просто эти осины, эти, как их звать, ордера списал. Они мне, да, извините, ошиблись. Нихера себе ошиблись там, ямы. То есть там из 10, вот этих, которых ордеров я разных отослал, там 8, что ли, было неправильно. И все, они просто извинились, и все. И вообще, то есть они играют в одни ворота. Если мы объединимся, мы будем сильнее в этом отношении. Китайцы, он объединяются, я точно знаю. У них есть и сообщество, и я вижу там, даже сейчас рассылка идет, он там, что у них там по 200 ревьюеров есть. Если бы у нас 200 ревьюеров был, был бы рандом совсем другой. И было бы это. А если было бы там еще больше, вообще забот не было. Просто сколько есть бабок, ты пришел, скинул товар, раз, пошел дальше. Ну вот и все. Ну у нас народу, вот в группе 9000 человек, из них по-любому 1000 торгует. Ну вот хотя бы из 1000 там набрать 200 человек, адекватных, нормальных людей, которые готовы это покупать, брать товары, да хоть детский дом отдавать их потом, нам-то какая разница. Мы с тобой пытались в детский дом. Ну я говорю, да куда хотите их, скидывайте. Сказал, что тут так не принято. Да, у них даже детские дома они товары не принимают. Ну вообще, ожирели уже совсем, жир убейся. Вот. Пускай нам обратно отправляют. Нам пригодится ее. Ну вот, так что вот так. Давайте-то последние вопросы, да спать пойдем. Если есть, конечно, вопросы, пожелания. Ну да, тут такая тема, что ты думаешь, что это. Согласен. Всем спасибо. Да, в принципе, тогда, значит. Не ответил, извините, ответим. Всем сразу получается. Да, Сергей, скайп. Я думаю, все знают. Скинь скайп, пожалуйста, если там это. Да я сомневаюсь, что мы вообще там какую-то каплю в море, мне кажется, Россия, там, Украина. Там китайцев с индусами, ё-моё, они просто нас там сожрут. Вот, они еще более голодные, чем мы. Да, я говорю, у них есть WeChat, это Олег делился, что и там, ну, тоже они. Тоже не весь товар. Ну, такое, как и везде. Ну, в любом случае, да, ничего такого. Вот, и здесь в любом случае конкуренция есть, просто я к тому, что китайцы намного больше, они и производят, у них конкурентное преимущество значительно, чем у нас. Нам все дистанционно, а у них все вот, под рукой, под ногой. Ну вот, так что однозначно индусы, китайцы, в Пакистане народа больше живет, чем у нас. Ну, так что нам с ними конкурировать еще это самое, еще долго. Все, всем удачи, всем пока. Сергей, скинь, пожалуйста, скайп, контакты свои. Если кому там надо будет, пообщайтесь в любом случае. Все, пока.